Всем привет, меня зовут Мария, и я являюсь преподавателем онлайн-школы программирования Pixel. В этом уроке мы с вами разберем методы RigidBody и их использование. Подпишись на канал и поставь лайк этому видео. Открываем Unity. У меня уже есть подготовленная сцена, что на ней вам нужно подготовить. Первое, это я создала Plane. В иерархии нажимаете плюс, идете в пункт 3D Object и выбираете Plane. Далее, таким же образом я создала куб и создала материал. Чтобы создать материал, правой кнопкой мыши Create Material. И здесь, чтобы поменять цвет материала, вот в этом окне мы просто кликаем и выбираем нужный нам цвет. Я подправила камеру, чтобы вид у меня был вот таким, и перенесла окно Game в сторону. В принципе, вы можете сделать так же, но не обязательно. И теперь давайте создадим скрипт и уже будем с вами разбирать различные методы RigidBody. Правой кнопкой мыши Create C# Script и называем его, к примеру, Player Control. Открываем скрипт двойным кликом. И теперь разберем, что же такое вообще RigidBody. RigidBody — это компонент, который отвечает за физику объекта. С помощью скрипта мы можем управлять физическим поведением объекта. Давайте удалим комментарии. Они здесь ни к чему, только будут отвлекать. И создадим первую переменную. Нам их всего потребуется две. Первая переменная типа float. Назовем ее speed, то есть скорость объекта, и, например, дадим 2 значения. F ставится для того, чтобы указать, что это число, да, хоть оно и целое, оно типа float. Далее мы укажем с вами физику объекта, сам вот этот компонент RigidBody. Его можно сделать приватным и добавить его с помощью скрипта, то есть показать Unity, к какому именно RigidBody мы обращаемся. Пишем метод RigidBody. Так как у нас 3D, мы оставляем просто RigidBody и даем имя RB. И уже непосредственно в старте, старт у нас вызывается при запуске Unity, мы будем добавлять этот компонент. Пишем RB равно, и как обратиться к компоненту? Мы обращаемся getComponent, треугольные скобки, здесь пишем также RigidBody, вызов и точка запятой. Как именно Unity поймет, что мы хотим у конкретного объекта взять этот компонент? Так как этот скрипт мы добавим на тот объект, которым будем управлять, Unity поймет, что мы обращаемся именно к этому объекту и берем его компонент RigidBody. И далее в апдейте теперь мы будем пробовать различные методы, да, и смотреть, как они влияют на объект. Первое, что мы рассмотрим, это метод RigidBodyAddForce. Мы здесь уже объявили, что у нас RigidBody это RB, поэтому пишем RB. И здесь пишем AddForce. Что мы будем указывать в скобках? Но для начала давайте разберемся, что же такое AddForce. AddForce прикладывает постоянную силу к объекту, то есть она его движет. Да? То есть мы прикладываем силу, как бы такой некий толчок к нему. Что нам нужно написать в скобках? Например, мы хотим задать движение вперед, и поэтому мы пишем с вами transform, точка, и куда будем двигать наш объект. Например, прямо, forward. И умножаем вот это вот перемещение вперед на скорость. Все. Сохраняем. Переходим в Unity. Обязательно у объекта должен быть компонент RigidBody. Если его нет, нужно его добавить. Нажимаем Add Component, Physics, RigidBody. Все, и больше его не трогаем. Теперь нам нужно переместить скрипт на наш объект. Здесь, смотрите, в инспекторе у нас появилась скорость, так как она публичная, мы можем менять ее прямо из инспектора. Физики здесь у нас не появилось, потому что мы сделали ее приватной и назначили уже компонент из скрипта. Теперь давайте запустим. У нас не сделано управление, у нас просто в апдейте движется объект. Лучше всего давайте сейчас вернемся в скрипт и поменять апдейт на fixed update, чтобы у нас было лучше движение, вне зависимости от вашего компьютера. Сохраняем. 2 у нас очень маленькая скорость, поэтому если сейчас мы запустим, у нас не будет движения.
Давайте поставим, к примеру, 20. Можно сразу менять из инспектора. Ничего страшного, то есть это значение учтется. Но давайте такой момент еще рассмотрим. Вернемся в скрипт. И вот смотрите, здесь мы поменяли. Приходим в скрипт. Здесь у нас также остается 2. Это нормально. В Unity все равно его будет двигать как бы с силой 20. А вот если вы измените здесь, а в инспекторе не поменяете, то, скорее всего, а точнее, в 100% вероятности, у вас ничего не поменяется. То есть, если вы уже сделали публичную переменную, уже лучше сразу ее менять именно в инспекторе. Ну, возвращаемся к Unity. И еще один момент, который нам нужно сделать, это запретить поворот по оси X, Y и Z. То есть, чтобы у нас просто он двигался прямо. Если бы у нас был, к примеру, объект сферы, это было бы нормально. Так как у нас квадрат, мы запретим поворот, чтобы она просто перемещала его, да. Вот, и все, наш объект продолжил двигаться дальше. Смотрите, еще момент по поводу поворота, почему его нужно запрещать. Даже вот в жизни представьте, если вы кинете кубик, да, как мяч, то, естественно, у вас будет крутиться так же, как... Вот давайте сейчас я запущу, и мы посмотрим, что будет происходить, если мы не запретим повороты. Вот, видите, и он все, он застопорился. Поэтому поворот мы запрещаем. Как еще можно использовать AddForce, кроме вот такого вот вида? Еще можно сделать так. То есть у нас здесь вообще в скобках также можно использовать как бы вектор, да, координаты по X, Y и Z. А получается, если нам нужно двигать наш куб по оси Z, мы здесь пишем. По X у нас будет 0, по Y будет 0, а вот уже по Z будет какое-то значение, то есть наша вот скорость, вот это 2, которая здесь, но она там уже 20, да, написано у нас. Давайте сразу здесь поменяем, чтобы путаницы у вас не было. Давайте посмотрим, что произойдет с объектом. Переходим в Unity, и мы запустим. И также у нас объект пошел вперед, поехал вперед. Теперь разберем следующий метод, это moveposition. Давайте его сейчас напишем и разберемся, что это такое. Также ставится круглый скоб. Чем MovePosition отличается от AddForce? Тем, что MovePosition более сглаженно перемещает объект. То есть из кадра в кадр он переходит более плавно, и у нас нет каких-то либо задержек, либо изменения скорости, либо набирания скорости. Он у нас просто всегда движется с одним значением и плавно. Transform Position, то есть текущая позиция объекта. Плюс, например, куда мы хотим его перемещать. Давайте попробуем с вами его перемещать в другую сторону. Например, вправо. И умножаем это все на time delta time. То есть сглаживаем. Сохраняем. Переходим в Unity. Запускаем. И вот наш объект двигается вправо. Давайте еще посмотрим разок. Давайте его передвинем поначалу. Да, чтобы было прям хорошо видно. И вот наш объект плавно, аккуратно движется вправо. Для управления лучше всегда использовать Move Position, потому что выглядит более плавно и лучше. И последнее, что мы с вами разберем, это Move Rotation, то есть поворот объекта. Давайте сейчас его напишем. Вот это мы уберем. Также пишем Move и Rotation. Здесь нам потребуются новые термины. Мы будем использовать здесь Quaternion. Сильно углубляться в эту тему мы не будем. Зачем вообще он нужен? Этот метод служит для поворота. И вначале нам также надо будет с ним поработать. Дадим ему имя Object Rotate. И ставим равно. Что в него мы будем записывать? Мы снова пишем Quaternion. И уже будем использовать углы Эйлера. Тоже углубляться сильно не будем, но они служат также для поворота в трехмерном пространстве. Неважно, по какой координате мы хотим его вращать. Ставим скобки. В скобках нам нужно, по какому вектору мы будем производить вращение. В принципе, можно сразу здесь задать, либо задать уже это непосредственно в старте. То есть создать отдельную переменную и уже здесь прописать. Давайте здесь сразу пропишем, это будет наш такой пример, как это можно сделать. Мы пишем new vector 3, то есть используем его без переменной, никуда не записывая, просто вот здесь вот у нас будет создаваться. Также в скобках мы пропишем, по какой координате мы будем вращать наш объект.
Давайте по x поставим 0, тоже поставим 0, и давайте будем вращать его по z. Пока для теста поставим 5, потом будем смотреть, как будет вести наш объект. Теперь мы это все умножаем на time delta time. И ставим точку с запятой. И что мы дальше делаем в самом методе? Мы пишем rb, да, физику нашу, rb, далее поворот, умножаем это на вот созданную переменную, которую мы записывали все вот эти вот значения. И ставим точку с запятой. Давайте все-таки здесь вот еще увеличим, поставим, например, 10, сохраняем и переходим в Unity. Переместим объект. Давайте еще его чуть-чуть посередине поставим, чтобы прям хорошо было видно. И запустим. У нас объект вращается. И смотрите, даже ему как бы все равно, то, что здесь мы запретили поворот, он все равно будет вращаться. Вот так вот медленно он вращается у нас. Для чего вообще используются все эти методы? Здесь мы не делали с вами управление, но вам в будущем пригодятся эти знания для того, чтобы создать полноценное хорошее управление. По поводу как сделать управление, есть несколько уроков на канале в плейлисте Unity. Вы можете посмотреть там полноценный урок по тому, как сделать управление в Unity. И еще хотела сказать о трех дополнительных вот этих вот методах в этом уроке. Это метод onCollisionEnter, onCollisionExit и onCollisionStay. Эти методы отлавливают соприкосновение коллайдеров, да, двух физических объектов. И давайте посмотрим на их реализацию. Посмотрим сразу три метода, вот эти пока мы закомментируем. Напишем onCollisionEnter. Вот здесь не обязательно использовать. И, например, что делает onCollisionEnter? Когда мы именно соприкасаемся с чьим-то коллайдером. Например, давайте выведем в консоль debug.log. И здесь выведем Enter. onCollisionStay чем отличается? Давайте тоже напишем on. Это когда мы прям вот Enter, это мы соприкоснулись, а stay мы находимся в его коллизии. Поэтому здесь мы пишем debug.log.stay. А exit используется, когда мы уже покинули его зону, да, его коллайдер. И все. Можем сохранять, перейти в Unity, запустить Unity и перейдем в консоль. Здесь у нас, видите, Enter Stay, да, то, что, потому что у нас как раз-таки коллайдер стоит, да, на плейне, и поэтому здесь он его и касается, и находится постоянно в нем. Экзита здесь нету, но если, например, я сейчас его приподниму, вот эту часть очищу, приподниму, вот, у меня сразу появился здесь exit, что мы покинули его зону. Так можно как раз-таки использовать для прыжка. Да, например, нам нужно сделать прыжок, чтобы он не постоянно прикладывал к нему силу, а только когда находимся на земле. Так что давайте еще раз подытожим, что move rotation и move position хорошо использовать для управления. Add force хорошо использовать для прыжка, да, или для какого-то такого физического воздействия, которое нужно сделать, например, резко. И потом мы используем либо enter, либо stay, да, чтобы как раз-таки отлавливать, что мы стоим на земле, и не было там бесконечных прыжков, и чтобы он не отталкивался у нас от воздуха, так сказать. А на этом все. Чтобы глубже разобраться в Unity, записывайтесь к нам на онлайн-курсы. Ждем всех! А чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик.